Добрый вечер. Передо мной сейчас эффектная, красивейшая девушка. Зовут ее Ирина Мазохина, певица классического жанра. Расскажите, пожалуйста, о своем творчестве. Пением я стала заниматься в раннем детстве. Меня очень тянуло к музыке, когда я слышала красивые мотивы. Они прям открывали что-то в душе. И когда я уже в более осознанном возрасте стала понимать, что это именно мое. И когда у меня стал выбор, куда мне идти учиться, конечно же, я выбрала музыкальный институт. Ну вот, собственно, и теперь профессионально выступаю на разных сценах. А скажите, пожалуйста, вот ваше мнение о сегодняшнем вечере. Как вы здесь очутились? Как вам сегодняшний вечер? Я очень благодарна моим друзьям, которые рассказали о ТВ-шансе. Это замечательное мероприятие, которое сочетает в себе различные виды музыки, искусства. Когда я первый раз сюда попала, с огромным удовольствием обнаружила, что мне это здесь интересно, и я пою с удовольствием на этих вечеринках. Ну, интересны люди, творческие, это самое главное. Знакомство. Вот, собственно. Вы знаете, вот как обычно, от творческого человека всегда интересно услышать, насколько необходимы такие вечеринки, ваше мнение? Мое мнение, что эта вечеринка очень хорошо раскрывает творческий потенциал людей, дает возможность показать себя, услышать других, сделать какие-то выводы для себя. Да? Я не говорю, что эта вечеринка дает как-то возможность сравнить. Нет, сравнить себя с другим, это неправильно было бы сказано. Эта вечеринка дает возможность... Наверное, проявить свой индивидуализм по отношению вообще вот к окружающим, всего, что происходит. Ну, выявить именно свое, вот так скажем. Вот так. Ну и хотелось бы, конечно же, услышать пару теплых слов для наших участников. Угу. В первую очередь, я, конечно, не только участников, хотела поблагодарить Наташу, Александра. Они вообще очень много сделали для этого проекта. А участникам, конечно же, хотела пожелать огромных творческих успехов и проявить свою, именно свою индивидуальность. Не копировать никого, а именно быть самими собой. Вот как-то вот так. Спасибо вам большое. Спасибо.